¡Pinches hijos de la chingada madre! Чуть за жопу не взяли. Перевезли груз, называется. Чингадо! Все должно было пройти гладко. Без проблем. Если ты считаешь, что это моя вина... Что дальше? Ну что, границу мы пересекли. Заплати мне и пойдем каждой своей дорогой. А, я типа буду... Вообще-то я не собирался тебе платить. Ты меня развел. Ну да. Ну, и что теперь? Твою мать! Тут написано Арасака. Мы обворовали очень крутую ко... Значит, заработали... Ну, мамас! Игуана! С Малых Антильских, наверное. Думаешь, на ней можно заработать? Конечно. Нам обоим хватит. Нам? Да, напарник. Бабло пополам. Жалко будет ее отдавать. Всегда хотел зверушку. Я уже и имя придумал. Мэнни. Да, кстати, уже есть... Да если б я знал. Последние годы я провел в разъездах между штатами со своим кочевым кланом. Так, наверное, они будут тебя ждать? Не будут. Мы решили разбежаться. Должно быть тяжко. Да ладно. Спасибо, будет круто. Да ладно. О, какая она ласковая. Ладно, напарник. Берем ящерку и валим отсюда побыстрее. Привет, привет, Найт-Сити! У микрофона Стэнли, и мы с вами встречаем очередь... Наша пропавшая Чика где-то в этом здании. И те, кто ее похитил, тоже, скорее всего. Смотри в оба. Слышишь, Ви? А, кстати, у меня есть подарочек. Мелитеховский обучающий чип. На случай, если захочешь освежить знания, так сказать. Как насчет небольшой виртуальной разминки? Давай, хуже не будет. Начнем с курса базовой боевой подготовки. Этот сеанс будет записан и подвергнут оценке. Этот курс разработан для оттачивания основных боевых навыков и тренировки рефлексов. То, чему вы здесь научитесь, поможет вам выживать. Я расскажу вам, как эффективно мы... Мелитех шифрует за то, что... Сейчас будем проходить курс учебной стрельбы. Ничего сложного, обещаю. Я знала, что у тебя проблем не будет. Может, тогда немного поднимем планку? Что ж, неплохо. Но учти, в реальном мире у мишени будут пушки. Что ты стоишь? Беги в укрытие! Тебя подбили. Если хочешь выжить, доставай реаниматор. Если готов, иди в тренировочную зону. О, смотри, он решил захватить с собой друзей. Ты знаешь, что делать.
Очень хорошо, Ви. Встань на платформу и... Дальше у нас по списку взлом. Сразу скажу, я кое-что поменяла в учебном материале.